Добрый день, вы, должно быть, Мартин. Верно. Это брелок для Ким в форме ноты. Я знаю, как она любит музыку. Очаровательный юноша. Давно ты его знаешь? Давненько. Его отец был моим пациентом. Там ничего серьезного. А вот и нет. Они все заболеют и умрут. Боб умрет, Ким умрет, ваша жена умрет. Понимаете? Вообще-то нет, погода. Вы нравитесь моей маме. У нее прекрасное тело. У него серьезные психологические проблемы. Папа! Боб умирает! Мартин! Стивен, ты понимаешь, что мы в этой ситуации из-за тебя? Убийство священного оленя.